Март считается настоящим женским месяцем. После суровой зимы выглядывает солнцем. Хочется вдохнуть полной грудью и начать жизнь с чистого листа. Конечно же, хочется, чтобы эта жизнь была долгой и здоровой. В отделении ультразвуковой диагностики перинатального центра «Мама» состоялся день открытых дверей. Приурочили мероприятие к Международному женскому дню. Ульяновские красавицы смогли без направления от врача записаться и пройти УЗИ. Всем желательно проходить время от времени УЗИ, особенно если в возрасте. Почему? Потому что на сегодняшний день, во-первых, ультразвук – это наиболее доступный, наиболее достоверный и, самое главное, безопасный для человека, для пациента метод исследования. В день открытых дверей женщины смогли пройти ультразвуковое обследование щитовидной железы, малого таза, молочных желез, плода и фолликулометрию. У нас современный аппарат УЗИ, он, в общем, General Electric, Wilson E6 и E8, позволяет пройти. Он в основном ориентирован на осмотр плода, то есть здесь акушерские программы в основном разработаны, но, в общем-то, на этом аппарате можно смотреть любое обследование, провести женщина и мужчина тоже. Качество обследования оценили и сами пациентки. Узнала, что сегодня день открытых дверей, поэтому сюда попала. Я рада, что очень сюда попала. Говорят, что здесь лучший перинатальный центр. 9 марта в городской поликлинике номер 4 можно будет пройти УЗИ магистральных сосудов головы. По результатам обследования можно будет получить консультацию врача-кардиолога. 11 марта женщины старше 40 лет смогут пройти маммографическое обследование в городской больнице номер 3. Напомним, повышение доступности и качества оказания медицинской помощи является первостепенными задачами нацпроекта здравоохранения. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Улправда ТВ.